OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на рашистських окупантів чекатимуть неприємні сюрпризи після домовленостей про нове постачання зброї з Нідерландів. Я не можу зараз розповісти абсолютно все, про що ми домовляємось з урядом Нідерландів. Я з усіма партнерами, які готові надавати нам підтримку, розмовляю про артилерію та реактивні системи. Цього сьогодні нам справді не вистачає, заявив президент. А радник голови Офісу президента Арестович заявив, що в Кремлі обговорюють ймовірність ядерного удару по Україні. Я бачу деякі російські документи, які не всі бачать. Там дискутується тема ядерного удару, і всі сходяться, що це божевілля, і цього не можна допустити в жодному разі. Це дискусія всередині російського військово-політичного керівництва, заявив Арестович. Він також зазначив, що вважає такий крок малоймовірним через те, що країни Заходу уже попередили Путіна, що зроблять удар у відповідь по ньому особисто і знищать усе військово-політичне керівництво Росії. Вони заработали маленькі теж боєголовки, але чрезвичайно проникаючі сили, тобто, які можуть пробити будь-який бункер. Ну, это прямой намек Путину, что если ты будешь продолжать реализовать свой шантаж любимой с тактическим ядерным оружием, мы тебя самого достанем, этой тактической боеголовкой. Событий много. Как всегда, когда я пропадаю на два дня. Верный признак вызвать события – это не выйти в эфир. Не-не-не, мы так не работаем. Раз. Знаешь, завтра, это кстати, очень сомнительно. Завтра, кстати, да. Тебя не будет опять. Эта неделя сложная снова. Да, но в среду будет. Так вот, основные новости какие? Что не было никакой оперативной паузы на фронте. Она продлилась ровно 45 минут, и после чего все началось. Ну, как обычно, ты же помнишь, сказал, что... То есть они снова наступают. Да, Путин сказал, что... Но он всегда врет-то. Да, значит, соврал. Значит, основная интрига такая. Так вот. Там есть такая... Вот если смотреть восточные Белогоровки... Идти, вернее, западнее. Есть такая Серебрянка. Сиверск южнее и Верхнекаменская. Вот на этом участке, там где-то 10-12 российских батальонных тактических групп пытаются прорваться вдоль реки Северский Донец. Прямо вот на Григорьевку, на Серебрянку, от Белогоровки. Они не дошли еще до Григорьевки даже, но вот это общее направление я указываю. Радостно хотят пройти, как стамеска отжать наши войска. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность переправляться через Северский Донец уже без раздачи со стороны наших войск. Пытаются решить эту задачу. Не очень у них выходит пока. Трое суток они непрерывно атаковали, но не продвинулись вообще. Получили люлей. Значит, южнее есть такая группка, которая хочет, очень радостно хочет забежать в район поближе к Краматорску. Вот общее направление, условно говоря, если смотреть на Краматорск, то вот район, я так понимаю, Райалександровка, вот туда вот, Никаноровка, Малиновка, вот я так подозреваю, ну и уважаемые люди тоже так думают, значит, это все севернее Солидара чуть-чуть. Почему? Потому что это бы зайти глубоко в тыл сиверской группировки наших войск, создать условия для окружения. И если та группировочка лиманская, которая так лихо взяла Лиман, потом, правда, получила артиллерию и успокоилась, ломанется навстречу туда, на Ямпель, то замысел понятен. Они хотят котел, для, в кавычках, для наших войск, которые обороняют район Сиверска, чуть южнее, чуть севернее. Снова тактическое окружение. Вот. Там собрали такие хорошие ударненькие части, там всякие разные, наиболее боеспособные, причем там хорошая доля войск, так называемых ЛНР и ДНР, которые боеспособнее, чем российские части. Ты раз за разом такое говоришь, а с чего они реально боеспособнее? Они почему? Более боевого опыта много, 8 лет воюют, во-вторых, они идеологически заряжены очень сильно. Это давний это как раз бывшие украинцы воюют? Или это какие-то уже, там, не знаю, русские, перемолотые за 8 лет? Воюют те подразделения, которые 8 лет с нами бодаются. Там много россиян, граждан России. Они идеологически заряжены, во-первых. Во-вторых, это 8 лет боевого опыта. Во-вторых, 8 лет счетов к нашей стороне, которые они пытаются реализовать, оплатить. Мы же бесконечно кошмарили друг друга. И они... За 8 лет накопилось. Ну, вот. А теперь там есть еще одна группировка, которая южнее Бахмута.
и пытаются охватить Бахмут с юга. В общем, направление на Опытное. Они, им, конечно, очень далеко туда еще, но вот туда вот они хотят. Радостно подрезать южную часть и отрезать трассу Бахмут-Горловка, чтобы наши войска в районе Кадымы и Зайцева, Гольмовского, вот там вот попали в знакомые места, я там каждый метр исходил, попали в тоже это окружение. И так мы видим, да, у них замысел на два котелка таких, один севернее Бахмута, условно говоря, один южнее Бахмута. Они рассчитывают на что? Что, создав два тактических окружения этих войск, во-первых, они смогут их при достаточном количестве усилий превратить в одно большое, я так понимаю, судя по направлению, откуда эти суждения? Из направлений группировок, из состава, который они построили. И второе, это то, что они боятся штурмовать город. Это уж слишком дорого им дался Северодонецк или Лисичанск, они предпочитают его окружить. И таким образом, под угрозой окружения, заставить войска наши выйти самим и избежать уличных боев, крайне тяжелых для себя. Почему? Потому что вот эти войска, которые там собраны, а там собраны, вот, условно говоря, от Северского Донца до южнее Бахмута, ну, где-то штучек 40 батальонных тактических групп, это чуть ли не последнее боеспособное, что у них есть. Вот такое, которое способно что-то там брать, какие-то города и так далее. Таким образом, мы видим, что замысел довольно смелый, храбрый. Ничего нового они не придумали. Гроссмейстер играет Е2, Е4. В этом отношении, да, два маленькие тактические окружения с надеждой превратить их в одно большое. Но должен сказать, что их отчаянные попытки двигаться по всей этой линии трое суток, несмотря на поддержку авиации и артиллерии, пока успеха не приносит. Есть движение, чуть-чуть движение южнее Бахмута у них определенное. Вот такая история. А вот Херсонская область, да, это просто... Как это? Лучшее в эти два дня. Почему? Потому что мы наносим ряд очень серьезных ударов. Херсон, сейчас. Да, по командным пунктам, по скоплению войск, материальных запасов, боеприпасы, топлива. На херсонском направлении уничтожено, наверное, минимум 12 высших офицеров и, наверное, пара генералов. Остальные полковники. Это все обстрелы, которые ведутся, и уже о них открыто говорят российские пропагандисты с горечью, типа, ай-яй-яй-яй-яй, какая неожиданность. И вот, типа, и склады, и командные пункты. И меня больше всего поразило... Значит, там один есть такой ханыга Сладков, значит, что он написал все в Телеграме. Давайте, говорит, ВПКшники российские, придумайте что-нибудь против этих хаймерсов. Че они, как, за час, за день, за месяц, как? Ничего. Ну, то есть, вот потом... что это? В одном ударе уничтожено 12, это доказательство эффективности оружия, 12 старших офицеров, в другом 10, Новокаховка 10, в этом самом 12. Это не считая сотен убитых, сотен. Вот такие цифры очень похожи на начало войны. Давно их не было, но реально это сотни уничтоженных, не убитых, неправильное слово, уничтоженных российских военнослужащих. Это и Росгвардия, и буряты, и части десантные, части этот самый, части мотострелковые. Вот. И снесенных несколько складов. Крупнейший склад боеприпасов в Новой Каховке, очень хороший склад. Там прямо командный пункт накрыли вместе с батареями ПВО, которые вы охраняли, и со складом боеприпасов для ПВО. Чернобаевка 26-я случилась за это время. И там тоже пострадали офицеры. Вот, значит, там и накрыли один из штабов. В общем, Херсонскую область полируют в ноль. Это, кстати, ответ на вопрос. И по самому Херсону наносят очень точечный удар, от которых не страдают мирные жители, а вот места расположения российских войск страдают масса. И это показывает, как может быть пройти освобождение наших городов. Как не, это показывает? Не обязательно, например. А те, кто там кучкуются и радостно держат оборону, они же могут быть очень сильно прорежены до того, как наши войска подойдут. Что, собственно, mm-hmm. происходит? Ну, так они будут занимать ближе к гражданским объектам. Это Марк, тут с Химарсом такое баловство не проходит. То без того, те, которые места они занимали, они были прямо среди гражданских объектов. Ни один гражданский не пострадал, а количество пострадал. Это за счет точности работы Химарса? Точность. У Химарса круговое, вероятно, 3-3,5 метра. Mm-hmm. Поэтому... А разлет осколков от Химарса, он может зайти эти... разлетится за 100 метров. Там же он же, когда входит в здание, там все здание остается как преимущество. Ну, случайности войны всякое возможно. Да.
Надо понимать, что в здравом уме селиться возле российских частей тоже не имеет смысла. Надо где-то как-то двигаться. Да, вот. Но до сих пор не отмечен ни один пострадавший гражданский. И, по крайней мере, мне неизвестно о таких фактах, что лишний раз показывает, насколько точное, мощное, эффективное это оружие. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.